وجعله الله إماما للناس. Также Аллах سبحانه وتعالى Ибрахима сделал имамом для людей, предводителем людей, сказав: قال إني جاعلك للناس إماما. Сказав Аллах سبحانه وتعالى, сказал что? Он сказал, то есть Аллах سبحانه وتعالى, я сделаю тебя имамом для людей. Также сказал Инна Ибрахима кана умма, говорит Аллах سبحانه وتعالى, поистине Ибрахим является имамом, то есть он является предводителем. Хорошо? Я не имама, не ухтадаби, то есть за которым нужно следовать. وبذلك أمر الله جميع الخلق. То есть это, братья, то, что повелел Аллах Субхану Тааля всем своим творениям, поклоняться одному только ему, как Аллах Субхану Тааля сказал: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. فَإِبْرَاهِيمُ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ. Поэтому Ибрахим, братья, как и все остальные пророки, все остальные посланники, призывал людей к чему? К таухиду, братья, к единобожию, поклонение одному только Аллаху Субхану Тааля. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. Ведь все братья абсолютно без исключения, каждый пророк, каждый посланник призывал свой народ только к одному. Это что? Поклонение одному только Аллаху Субхану Тааля и оставление поклонения или же предавание любого вида поклонения, братья, кому-либо, кроме Аллаха Субхану Тааля. Как об этом сказал Аллах: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Мы в каждую общину, в каждый народ мы не посылали посланников. С чем? Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь всех тех, кому поклоняются помимо Него.